Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Михаила Тарасова из команды бывшего градоначальника Дмитрия Овсянникова. По информации следкома, он обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим лицом с причинением тяжких последствий. Напомним, при заключении в декабре 2017 года незаконного госконтракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южное» с компании «Биотехпрогресс» почти 2 миллиарда рублей, выделенные в качестве аванса подрядчику, растворились в ОФК-банке, который всего 4 месяца спустя был признан банкротом и лишился лицензии на проведение банковских операций. Распоряжение заключить госконтракт на строительство КОС «Южное» с дополнительным соглашением об исключении условий обязательного казначейского сопровождения аванса Михаил Тарасов дал своему подчиненному, исполняющему обязанности директора государственного казенного учреждения Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Александру Антюфьеву. Дело этого экс-чиновника в настоящее время рассматривается в суде. Уголовное дело в отношении самого Тарасова с утвержденным обвинительным заключением сегодня направлено в суд. Михаил Тарасов взят под стражу еще в октябре 2019 года. На его имущество стоимостью около 2 миллионов рублей наложен арест.